Так. Маленький гномик. Здрасте. Представьтесь. Меня зовут Мухаметова Язиля. Так. Я приехала из Казани. Понятное дело. Мне 22 года. Это моя карма теперь. Ну, так, для порядка, чтобы ты сильно не воображала. Я не воображаю. Вот верхние ёдли были на месте, а нижние... Ты, видимо, все время думала о верхних нотах. Верхние были на месте, нижние чуть-чуть высоковато. А чем вы это делаете, Езеля? Она делает голосом. А можно это повторить, а то мы не видели. Я, на самом деле, вообще, мне очень нравится, я так вообще не умею, поэтому я вот так вот открыв в рот. Я так умею, смешно. Но она делает очень хорошо. Очень, очень круто. Поздравляем! Спасибо! Ну, Александр Борисович, вам повезло. Удачи, удачи. Спасибо! Удачи. Молодец. Спасибо. Молодец. Правильно придумала. Спасибо. Правильно придумала. Попробуй так сделать. Я не умею. Нет. Я вообще умываю руки. Я совершенно не понимаю, как этому учат. Это нормально. Тоже понятно. Но это специализация или что? Да нет. Или это просто какая-то тирольская пение. Вот это и есть местность. Где вы так поете? Понятно, что это тирольское пение. Ну, а что там? Что здесь нет? Нет, там очень сложно попадать. Верхние ноты тяжело попадать. Это все-таки народной музыки. Нет, это ну как, это... особенность, опять же. Я понимаю, но как бы человек, поющий вот это вот... Снимает сеть. Да она все остальное тоже поет, я тебе отвечаю. Просто как это... Если она это делает, она все остальное поет. Я очень долго пыталась так научиться петь. Где-то внутри. Я плюнула. У меня не получилось. А, да? Да. Скажи, пожалуйста, кто-то не повернулся, кого ты ждала? Ну, вообще, я очень хотела, чтобы Пелагея повернулась. Ну, просто такое большое желание, что я повернулась в Градский, и я... Ты довольна, да? Ну, конечно. Именно этим поворотом, да? Конечно. Ты умница, ты яркая, желтое пятно на черно-красном щеле нашей программы. И, пожалуйста, ради меня подтяни еще штаны. Как ты это делаешь? Так прикольно вытянула. Это не штаны, а просто я похудела. Нервничала, похудела. Просто замечательно, а? С такой непосредственностью, с которой ты подтягиваешь портки прямо во время выступления, разговора с мэтрами. Это шедевр. Ты просто вне конкуренции. Она вас всех удивит еще в программе. Да, ну дай бог. Я буду ждать, по крайней мере. Спасибо большое.